экстракции рождается головка плода. Дальше рождается самостоятельно. В случае что, экстренные роды сможет принять и сам губернатор. Практические навыки, здесь же новое оборудование, некогда редкий портативный кардиограф, теперь практически во всех горбольницах. Все в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. За прошлый год край получил больше 100 тысяч приборов дистанционного измерения. Почти 2,5 миллиарда рублей направили на капремонт объектов здравоохранения. В итоге в 2019-м завершили работу на 28 объектах. На 2020-й тоже большие планы. Мы приступили к строительству и ведем строительство ряд поликлиник в районах Алтайского края. И в рамках национального проекта здравоохранения будет построено 6 поликлиник. Вы знаете, и информация конца 2019 года, мы приступили к строительству в городе Барнауле новой современной поликлиники в квартале 2002А. Каменская горбольница скоро откроет сосудистый центр. И людям не придется ездить за помощью в Барнаул. При инфаркте, инсульте ее окажут в разы быстрее. На следующей неделе там начнут проводить диализ. Только в Каменной Оби эта процедура необходима 17 пациентам. Диализная установка получена на 3 рабочих места с одной водоподготовкой. На сегодняшний день кабинет к функционированию полностью готов. Лицензия на следующей неделе будет получена. А вот кадров больше не становится. В районных поликлиниках остро не хватает первичных специалистов, терапевтов и педиатров. Пустует больше 200 мест. В районных больницах нужны хирурги, анестезиологи, акушеры-гинекологи, реаниматологи. В 9 нет медицинского работника, а это невозможность провести предрейсовый осмотр. Не может скорая помощь заменить работника на ФАПе. Это же и профилактическая работа, это и работа с детьми, это много всего. Забыть о кадровом голоде надеются с помощью программы «Земский доктор». Она стартовала в прошлом году, а также «Земский фельдшер». Кстати, с этой же целью краевой Минздрав подал заявку на увеличение бесплатных мест в образовательных учреждениях. Никита Ермаков, Николай Шилко. День с толком.